Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Корпорация развития Кировской области вошла в ассоциацию индустриальных парков. Она занимается проведением бизнес-миссий в регионы и за рубеж для индустриальных парков с целью привлечения резидентов. Кроме того, членам ассоциации оказывают другую помощь в поисках партнеров. Для иностранных инвесторов, планирующих локализацию производства, ассоциация является точкой входа и проводником в России. Ассоциация существует 7 лет. Сейчас в ней более сотни юрлиц, которые представляют индустриальные парки 46 регионов. Программа «Экономика». Машзавод изготовит для РЖД 20 кранов. Они заключили контракт после двухлетнего перерыва. Переговоры начались еще зимой. Контракт подписали в июле. Железнодорожная компания заказала краны грузоподъемностью 16 тонн. Сумма контракта 350 миллионов рублей. Вся продукция должна быть отгружена до 1 декабря. Кроме того, сейчас на заводе 1 мая разрабатывается трехлетняя программа по изготовлению и поставке малых и больших кранов для РЖД. Если она будет одобрена, доля заказов компании составит 40% от всего объема выпускаемой продукции. Ранее она составляла 50%. Экономика на 101 FM. Предприниматели жалуются на дефицит кировского леса. О том, что спрос опережает предложение, говорили участники лесного форума, который проходил в Кирове, пишет издание «Навигатор». Представители лесной сферы подтверждают, что некоторые сорта древесины представлены в объеме меньшем, чем требуется потенциальным покупателям. Проблемы объясняются сложностями с логистикой, плохими дорогами и истощением лесосырьевой базы. В завершение курсов валют на сегодня: доллар 59 рублей 4 копейки, курс евро 69,59. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.